Пациенты Люберецкой детской больницы окунулись в праздничную атмосферу волшебства. В преддверии Нового года ребятам устроили праздник. Своими эмоциями мальчишки и девчонки поделились с нашей съемочной группой. Новогодние песни, подвижные игры со сказочными персонажами и хоровод вокруг елки не оставили никого равнодушным. Танцуя рядом с нарядной лесной красавицей, ребята загадывали желание. Сегодня оно у всех одно – побольше здоровья. Мне очень нравится елка, красивая. Меня сегодня выписывают, у меня ничего не болит. Я просто, чтобы порадоваться, что у меня я не болею. Я хочу, чтобы никто не болел из ребят. Я хочу, чтобы все ребята, которые здесь на этой елке, хочу, чтобы они побыстрее пошли домой и встретили Новый год с родителями. Наконец появился тот, кого дети ждали весь год. Дед Мороз пришел не один. Вместе со своей внучкой Снегурочкой и главой округа Владимиром Волковым. Чтобы, конечно, вы все были здоровы, чтобы вы как можно быстрее выписались из больницы, из поликлиники и, конечно, набирали сил. Родителям также хочется пожелать только здоровья, терпения. Ребята, чтобы у вас всегда в жизни были улыбки, всегда были подарки. Сладкие подарки подняли настроение. Радостное событие в канун главного зимнего праздника поможет быстрее пойти на поправку. Мне очень сильно понравилось, я хочу поскорее выздороветь. Дедушка Мороз и Снегурочка были классные, и я хочу вам сказать с Новым годом. В детской больнице находится на лечении 237 человек. Ребятам, которые по состоянию здоровья не смогли прийти на праздник, Дед Мороз вручил подарки прямо в палате. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.